Я не могу добраться. Автобус, там был рынок, 45 минут шел. Потом я приехал в него. Вместо часа приехали 2 часа. Доехали наконец-то, потом я ждал 8-го. Это май. Я ждался, вот. Ехал, в принципе, на станцию Бахарь. И пока один, возможно, кого-то увижу. И так, теперь, по-моему, отсюда. Опять лет уже езжу. Ну, я так думаю, особенный год. И сегодня там с ним так по 10-15 человек везде. Ну, думаю, на фестивале кого-нибудь увижу. В принципе, неплохо доехал. Ну, думаю, будет это видео крутое. Подписывайтесь на канал. Вот что-то интересное обязательно покажу и расскажу. Практически всю дорогу слушал шансон. Сейчас иду. И опять шансон. Великолепные люди. Индивидуум, точнее. Где еще далеко? Вот. Кстати, сколько я уже на рок-ране была. И тут машина не так стоят, так стоят. То есть они вообще не двигаются. Ничего. Кстати, стройка глобальная идет. Я первый раз в 2010 году приехал. Тут еще вот здание недавно сейчас. Вот у нас здание. Потихоньку все помаленьку. Надеюсь, я здесь пройду. Не заградили ничего. Рюкзачок у меня тяжеленький. Еще идти на порядочный. Где-то километров 2, наверное. Так, еще не будет дальше. По-моему. Блин. Я запутался. Нет, еще раз, у меня такая позиция, я не трамвай. Еще можно на автобусе уехать. Поехали. Ну, я на трамвай сидел. Не знаю, с чем это связано. Ну да, крайне там точно. Так, что-то будет интересно, обязательно покажу, расскажу. Давайте, не скучайте. Дорога не изменилась. Слизко, скользко, воняет, мусор везде. Бяка. Людей нет, как будто все вымерли, но я слышу репетицию. Рок-фестиваль в 6 вечера начнется, так что успею. Встретили меня, значит, мужик с косой и волкодавкой. Маленько очкану, не скрою, но мы идем в правильном направлении. Значит, ох, не видно. По поляночке. Скоро сделаем привал. Выпьем чуть-чуть. Точно правильно? Да, наверное. Здесь болото никак не впаду. Эх, блин, целый год нужно. Кстати, да. Видео будет много мата, возможно, много алкоголя и много пьяных баб. Ну что? Кстати, да, я не сказал. Я всегда усложняю себе жизнь. Можно было бы на автобусе приехать и там по асфальту 100 метров пройти. Но нет, я люблю трудности. Я пошел 3 километра попу. Ничего, бывает. Жиза. Смотрите, какое прекрасное поле вокруг меня. И надеюсь, ни одной души возле меня тоже нет. Но пахнет коровами. Ну, точнее, какашками. Так. А надо вот туда идти. Вот туда. Еще очень-очень далеко. Я думаю, сделать привальчик через 500 метров. Здесь мне видно. И вот. Вот такая вот красота. Круто же. Свежий воздух. Погода клевая. Плюс 17. Не жарко и не холодно вообще.
побольше какой-то погоды. Ну что ж, давайте пойдем потихонечку. Будем с вами разговаривать. Устал, если честно, у меня такой стал тяжелый рюкзак. Так. Да. Тяжелый рюкзак, очень стал неудобный, жутко. Так. Почему я с тропинки ушел? Заговорили вы с ними. Демоны. Сейчас покажет нам дядя Женя, как надо отрываться. Только там у меня с моноходом, я не знаю, не пропустят, не сказали. Ну, я писал в комментариях в группе там Роклайн. Мне сказали, типа, с моноподом нельзя. Ну, как вы видите, я с моноподом. Думаю, что я его заныкну в портфель. Вот. Вот такие вот пирожища. Да, сцена там. Еще очень-очень и очень далеко идти. Но там есть дорога, так что мы идем сейчас по дороге. Не хочу больше идти по буреломам всяким. Пойдем по нормальной дороге. Потом сделаем привальчик. Я, даже если не пропустят с моноходом, я буду вот так вот снимать на сцену. И буду опу. Ну все, там ничего такого хорошего в принципе не будет. Завтра будет только группа Трана. Блин, точнее не помню. Да, мы все верно идем. Надеюсь. Как будто первый раз. А? Я всегда получаю вот такая пугливость, что ли, как-то так назовешь. Вроде бы я и дорогу-то и знаю, все. Все равно сомневаюсь. Не знаю. Бывает, наверное, такое, да? У вас. Вот. Что сказать про Кипу, которая пришла из Китая сегодня. Кепка девчачья, пиздец. Кепка девчачья оказалась. Очень, конечно, круто. Ну, не знаю, девушка, найду себе какую-нибудь симпатичную. Подарю. Мы ходить, он будет черненький, это, если вы помните. А я это подарю. Вот будем ходить вот так вот. В принципе, это качественно, но написано на козырьке Гиро. Не поспоришь же. Ну ладно, все, что будет интересно, еще покажу. Забыл сказать, кстати, на этом вот замечательном поле есть земляника. Люди собирают, тут даже там собачка, не знаю, вам видно, не видно. Собирает тоже немецкая овчарка, моя любимая порода. Вот и сцена. Надеюсь, вам будет видно или не видно. Где ты? Я не могу поймать, люди. В общем, кто видит, тот видит. Вот. Уже группа начинает репетировать, потому что уже до фестиваля совсем чуть-чуть остается. И я чуть-чуть выпил и уже стал чуть-чуть пьяным. Это не есть хорошо. Не пейте, не курите никогда. Гадость. Чует моя попа. Только надо куда-то, если я не найду своих знакомых, хотя это вряд ли, то мне придется еще выпить две бутылки пива по 0,5. И куда-то прятать монопод. Ладно, с моноподом не такие уж и проблемы. Но пиво в одного, хотя там помогут, там очень много любящих выпить людей. Идут, идут, идут. Почему все туда пьют? Ну, даже сюда идти. Странно. Ну ладно. Пускай все будет как есть. Я еще трезвый. И у меня шикарное настроение. Сделал привальчик. Зафиксировал портфель. Идем на фестиваль. Сколько уже идем минут? Непонятно. Ну, вы слышите, наверное, там музыку. Сейчас повернусь. Где-то там сцена. Ну, вы должны слышать эту музыку. Надеюсь, памяти хватит на 2 дня. Хотя вряд ли придется что-то удалять. Мы дошли на сцену.
Попробуем что-то придумать подобное. Яша. Валера Луничкин, гитара. Замечательный музыкант, известен в Европе и в мире, больше даже, чем в России. Ну и третий наш участник из новых, которого не знаете, это Катя. Это, если мне не изменяет память, по-моему, Катя самая маленькая участница за все времена рок-лайн. Она должна была выступать в прошлом году, но она была слишком маленькая, сейчас недавно ей уже 16 лет стукнуло. Вот. Мы поэтому рады, мы сейчас начнем. Итак, мы хотим представить нашу новую композицию «Дети рок-лайн».
одиночку уйди. Не ходите, дети, в лес, там рыщут маньяки. От старушек убегайте, ничего не покупайте. Пирожки с кашетной, бежит вам жадиной. Кама-сутра, джудрин, кама-сутра, караяга, худермы. Пляши в кабаки, вам лапшу наешают красавчики. На платье я не спросят, поматровать, а после бросать любочек и шурочек. Мамле так дурочек.
под мид. Мы хотим начать с одной песенки. Она называется «Заходи в мой дом». Почему мы решили начать с нее? Потому что Rockland для всех рок-н-ролльщиков Перми, не только Перми, стал домом. На несколько дней в году он стал домом. И начинался этот фестиваль с великолепной команды «Дом» Олега Новоселова, создателя этого фестиваля. И поэтому эту песню мы хотим посвятить именно ему и фестивалю. Полетели! Зато есть тьма, у тебя нема, а еще есть кис, и ею я вписал твой портрет в линии потолка. Зачем, чтоб сказать тебе привет, когда настанет день? Но у тебя кто-то есть, пока что есть, а когда не станет, заходи в мой дом, на перекрестке перо. Мой дом, на перекрестке перо. Мой дом, где так много ближних, дом без окон и без крыши. Дом, на перекрестке пути. Мой дом, не закроет двери. Теряет имя в доме, в котором нет тебя. А есть только стены, холодные грязные стены. На них написал я имя, имя и прозвище той, что снится. Имя, что я порою ночами шепчу, и это бесит ту, что живет со мной. И если что, прочесть его готова будешь пересечь весь город чередою грязных улиц, улиц незнакомых. Заходи в мой дом, на перекрестке дорог. Мой дом, на перекрестке дорог. Мой дом, где так много ближних, дом без окна и без крыши. Дом, на перекрестке пути. Мой дом, без оконной двери. Время теряет имя, но без которого нет тебя. Раз в месяц и день, и ночь, и станут лучшими друзьями мой сын и твоя дочь. Иди, я отращу живот и стану думать им. А когда устану думать, заходи в мой дом, на перекрестке миров. Мой дом, на перекрестке миров. Мой дом, где так много ближних, дом без окна и без крыши. Дом, на перекрестке путей. Мой дом, без оконных дверей. Время
себя. Возле моря дача, говорит, там будет все, все любви. Ну, конечно, по-любому, потому что это лето, лето, почему ты до сих пор не немножко мне погромче. Если бы жил в другой стране, и в другой стране, с удовольствием бы жил. Если бы сделали бы любовь, хотя бы уже все составило первую жизнь, и все. Но постоянно чего не хватает. И все, что стало уже не так, что
краски. День, как будто бы из сказки. Полотенце, плавки, кепка, сами раз, а нам не верить. Ничего засомневалось, мало времени осталось. Море, а вас так растирают, и всем порядок, правда я. Мы на море, мы на море, твои знают, по на море. Чтобы как-то растирать, слава, слава, ваша нам. Никто здесь не скучает, кроме что-то забивает. Кольца в небо выпускаем, дарим молодым ветрам. Чего ты загрустила, вот лимончик, вот текила. Вот возьми две руки крови, это страх гитара. Выводы о рок-лайне. Охеренный был фестиваль. На первый день я погулял, познакомился со многими людьми, с очень интересными людьми, надеюсь, что мы с ними встретимся. Были влюбленности. Было море алкоголя, веселье. Очень было круто. Но на второй день я поехал в Левшино. Ну, тут в Перми такой район есть. Знакомой девушке. Думаю, помоюсь и поеду обратно на Рок-Лайн. К сожалению, я просто тупо уснул. Вот так вот получилось как-то плохо. Но первый день очень был крутым. Так что... Блин, у меня просто столько эмоций, что просто не могу говорить. Я много чего хочу сказать. Понимаете, я всю ночь там не спал. Мы тупо дико ржали. Вообще над бредом всяким. Просто ржали, разговаривали. Столько там было людей хороших. Знаете, снова себя вспоминаешь, 17 лет. Я себя там ощущал так, на 17 лет. Так что будьте побольше на фестах. Развлекайтесь, знакомьтесь с новыми людьми, с девчонками. Любите. Было очень круто. 5 лет езжу на Рок-Лайн. Ни разу такого трошника не было. Хотя было очень много чего. Ну, вот такой вот у меня дикий был загул. Очень-очень клевые люди, вы не поверите. Ладно, что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч.